Итак, необычное интервью Дурин. Круглиев, судя по всему, бежит, чтобы у него растаяли килограммы. Сколько тебе еще так нужно бегать? У меня норма. Норма? В зале просто холодно. Понятно. Согреться решил. Как готовился к турниру? К турниру вроде хорошо подошли. Сбор прошли у себя в Махачкале. Вроде нормально, все готовы. Первый день вроде ребята хорошо выступили. Сегодня тоже неплохо идут. Завтра уже видно будет, как мы уже выйдем на ковер. А результат уже в конце дня известен будет. Слушай, в Дагестане очень много тех было, кто болел этим вирусом. Среди твоих близких ты как вот оберегался от этого? Я дома сидел как положено. Все соблюдал. Из родных, близких никто вроде не заболел. Все нормально обошлось. Скажи, пожалуйста, кто в вашей категории основные конкуренты за рубежом, вот наиболее опасные для российской команды? За рубежом, как вы знаете, там американец хороший, Тейлор, в 18 году, который мир выиграл. Боролся? Боролся с ним, да. И иранец тоже с ним попадался, я за ним. Как бы два основных, они там как бы считаются лидерами. Ну, в мире последние они как бы выигрывали все. В чем особенность американца? За счет чего вот ты считаешь его опасным? Ну, ничуть. Я думаю, по функционалке чуть лучше. А так, в плане борьбы у нас намного школа сильнее. А иранцы? Иранцы тоже хороши. Все по-своему хороши, потому что, я думаю, каждому спортсмену нужно просто над собой работать. Работу над ошибками проводить, я думаю, результат у каждого будет. Просто нужно пахать, больше времени уделять на это. Дурин, вот ты тренируешься, ты мучаешься или ты получаешь удовольствие? Я получаю удовольствие. Вот так вот, таким образом? Конечно, ты что, я наоборот кайфую сейчас, потею, кайф получаю. Если я мучился бы, я наоборот давно бросил бы эту борьбу. Какой Олимпиаде готовишься? Вот, в 21-м году, то, что перевели на Токио.